Будущим мамам микрорайона Рябиновка больше не нужно ездить за 3-9 земель, чтобы получить медицинскую помощь. Сегодня здесь открывается своя женская консультация. Врачи готовы принимать по 40 пациенток в день, проводить все необходимые обследования и брать анализы. В общем, вести беременность. В интересном положении сейчас 100 жительниц Рябиновки. Всего в поселке 800 женщин. Однако пользоваться услугами медучреждения смогут не только они, а вся прекрасная половина Левобережья и даже прилегающих районов. Это Омский и Любинский. Расположение не самое удобное, но есть автобусы и маршрутки. Ксения живет рядом с новой женской консультацией. У нее уже есть сын, и она очень рада такому соседству. Консультация меня очень радует, потому что у меня не было возможности тоже посетить женскую консультацию, потому что у меня маленький ребенок, а сейчас я первым делом завершу поход в женскую консультацию. Штат небольшой, но укомплектованный. Все сотрудники раньше трудились в 6-м роддоме. Все доктора у нас высшей категории будут, все из 6-го роддома. Акушерки у нас тоже с высшей категории, то есть сюда мы набирали людей, которые обладают максимальным опытом для работы на отдаленных участках. Штат 3 доктора, заведующий, 2 акушерки, 1 процедурная медсестра, ну и санитарка, дворник. В распоряжении новоселов 3 кабинета – УЗИ, манипуляционная, смотровая, гинеколога. Также есть дневной стационар и процедурная. Забор анализов будут проводить здесь же и с курьерами отправлять в лабораторию. Эдакий мини-медкомплекс получился, замечает замминистра здравоохранения Ольга Богданова. В сентябре в этом же здании открывали поликлинику. По сути, здесь имеется все необходимое оборудование для оказания первичной помощи женщинам, детям и взрослому населению. Для женщин это прием гинеколога. Хороший аппарат УЗИ, дневной стационар, где они могут получать лечение, не отходя далеко от своего дома. Женское здоровье в надежных руках, а микрорайон готов к прибавлению. В следующем году здесь планируют достроить детский сад. Анна Рыбина и Андрей Соколов, Антенна 7.